вас Ильпат. И смотри, вот у нас тоже рыночки какие-то. Самое интересное, когда садишься один или вдвоем, ты его спрашиваешь. Да, едем ли мы на такси? Да, и он скажет, да, едем. И он может взять себя как с такси, там 200, там 300 бат. Если ты садишься и ничего не спрашиваешь, как бы по логике, он берет просто... Просто едем по маршруту. Ну, не знаю, как-то мы так сели, ну, не знаем. Сколько Стас возьмут? Да. Ну, приготовили ему 20 бат. Это походу конечка в любом случае. Да. Уходишь, приносишь деньги. Так, теперь нам надо умудриться как-то. Перейти на одну сторону. Так, а что, надо как-то тогда здесь переходить или что? Так. Как-то там надо умудриться поймать тук-тук. Я уже эту женщину местную за руку такую, как тебя взял. Uh-huh. Так, где-то нам надо, вот она улица, Сухумвит, да? Да. Так, я не понял, короче, где Биг Си находится, но где-то вот здесь ну, вот на углу должен светился, быть. Ну вот это он светился, это он и есть. О, нифига точило. Тук-тук нам надо перейти на ту сторону. А мы еще не доехали никуда. Вот мы нашли Биг Си. Вот смотри. Вот Биг Си. Потом идет Офис Мейт, Империя Плейс. Там улица какая-то, и потом вот перекресток большой, и там дальше вот где-то ночной рынок. Анютка ведет себя у себя и меня по путеводителю по карте. Да, Офис Мейт, сейчас Империя Плейс. Я так предполагаю, что это вот этот отель, который впереди стоит. Потом будет перекресток и заборы. И заборы. Туда тогда? Пойдем туда. Перекрестка будет аутлет Мол Паттайя. И возле него ночной рынок. Мы вот должны уйти. Я думаю, может там идти на минут 7 до него, не больше. Так, ну все, забор. И пешеходная дорожка, да? Объездная улица города Паттайи. Ночной рынок, Миша, нашли. Ну иди, пойдем, затоваримся там. Что ты хочешь? Вообще какие-то непонятные. Ну а мы все идем. Целых 4 минуты идем. Никто не ходит туда и не ездит. Все шантены поднимаются по улице. А мы легких путей не ищем. Но мы знаешь, что сделаем? Мы спустимся вниз не по Южной улице, а по... если мы по другой улице спустимся, мы уедем в Протомнак, да? Отсюда, если поедем, вот будет Протомнак, да, вот Джамтиен. Нет, дана, чтобы уехать. Чик. Чик. Опять пересаживаться здесь надо. Да. И опять наверх. Да. Идти. Ладно, разберемся. Стадион тайского бокса. Видимо, вот туда где-то. А, нет, здесь еще массаж какой-то. Тай массаж.
куда-то должны мы свернуть. По следующей улице, да, наверное, вот эта вот улица Сухумвит, какая-то Сой 52. Ну, типа улица 52. А мы где-то дальше нашли. Вот Туп-Туп идет. Ну, мы, наверное, сейчас на рынке затаримся, доедем. Или что, пешком? Ну, он Бекси-то, вон он. Да, в принципе, да. Можно также до Бекси дойти, узнать бы, таки она работает. Ну, как раз нам, в принципе, этого времени хватит. А Бекси мы хотим покушать. Ну, если мы здесь рыбку не возьмем, все. Да, если мы здесь вкусную рыбку не возьмем. Тут морепродукты здесь есть. Сейчас придем, придем. Наверное. Мы не хотели морепродукты есть, потому что... Потому что нам скоро самолеты, мы боимся за свои желудки. Да. А так-то может быть и проканает, да? Не знаю. Навряд ли, да? Потому что проканает. Еще, наверное, направо надо куда-то, да? Почему? Как думаешь? Мне кажется, ну, а где у тебя карта? Вот она улица. А, надо перейти эту улицу, да? Я тебе говорю. Что, думаешь, мы здесь смотримся перейти? Пешехода нет. Вот, пешеходный переход, так и по идее. Пойдем. Все, ну, пойдем. Пойдем, наверное, все. А там кнопки нету? Так-то нам никакой не говорит. Ну что, перейдем или что? Давай, пойдем. Сарай еще эти едут. Сейчас эти поедут на ту сторону. Где-то ночной рынок должен быть вот там. Ну вот здесь он, походу, вот здесь. Какой? Ну давайте, давайте ее. Разогревает. Это нам что, сесть надо? Сесть, да. Ага. Да. Хорошо, правильно. О, у меня еще такая штука идет. Спасибо. Пахнет рыбой. Рыбой? Должна быть вкусная, да? Так, вот а то шкура не детская, ну, да? Нет, там же соль. Так, пока без специй. Там будет как шкура. Соли нет. Мало соли. Добавляй соль. Соусом. Вот эти два соуса, это ореховый, я думаю, что это арахис с маслом, а это сладкий соус. Можно
перетертым арахисом. Ну, а это, соответственно, масло с кинза и острый перец. Специфического запаха его никакого нету. Вот так вот тайская кухня есть. Заказываешь рыбу, мы думали, только рыба будет одна. А к ней еще подается вот большая вот эта чуклашка с салатом, для всяких разных зеленых листьев и всего прочего. И лапша. Нормальный вот соус. Стаканчики со льдом. Стаканчики со льдом, они под бутылку пива дали. Воды здесь я купила по соседству 10 бат. Для любителей рыбы это кайф. Не, вкусная рыба, хорошая. Мне не хватило соли, а так как отдельно нет здесь соли, я сильно... Соль, она снаружи. Ну, соль, она, да. Она вот здесь. Она была вся. И как она аппетитно смотрится с этой стороны, да? Угу. Когда начинаешь вот сейчас остатки рыбы выковыривать вот отсюда... Самое вкусное. Да, мне кажется, вот самые соли, самый вкус вот здесь вот находится. Да, так и есть. Такая рыбёха. Спасибо этому столу, пойдем к другому. Спасибо, нам спасибо. Надо заплатить. Да. Чанг 70. 150 рыба с лапшой 150. И со всем прочим. Нормально. Это нормально. И чанг, причем большой, он в супермаркете столько же стоит, да? Да. Спасибо. Спасибо. Вот так вот она выглядит. Достаточно вкусно, она прям душевно. Все вкусно. Я если простую курину. Слушай, что такая это? Чебуречики, да? Там клубника, конечно. 130. Клубничка. Сладкая, говорит. Что, опасно? Да можно взять. А то у нас клубника в Сибири не растет. Креветки маленькие. Лягушки я вчера съела. Таракан! Что тараканчики? Тараканчики в этот раз неохота тебе кушать? Мы идем по улице Сои 6, которая пересекает, идет перпендикулярно южной улице и улице, да, где ночной рынок, который идет на Протамнак. Вот мы с Протамнака идем на южную улицу и выйдем в районе. Протамнака, мы, наверное, с Джемтена. В районе второй улицы выйдем. Слушай, короче, сама не знаешь. Потому что рынок-то на Джемтене находится лично. Да. Просто трущобы конкретные, конечно. Зато здесь гараж трансформеров. Слушай. Судя по карте, я уже даже понимаю, куда мы выйдем. Вот это, кстати, кафешки, это не для туристов.
всегда стоят. Местные дома не готовят. Они заезжают, покупают, кушают быстренько и ложатся спать. Арбузы. Мы шли и уже устали идти и решили купить арбуза. Там, о, с этой палочкой, может, поедим постоим где-нибудь? Место, ну, по давай, здесь, наверное, нельзя, здесь место приношения, а там помойка. А это он сейчас что-то должен дернуть. Да, вот по сырушке. На. Давай здесь встанем. Какой сладкий. Как астраханский. Да? Тот, что мы брали, не такой бы совсем. Это реально самый трудный. Санюткой на подходе. Ну как же, бедолага, не достать ему. Тут вот мужики, да, вот зарабатывают. Что надо содержать мотоцикл? Что-то приготовить дома, ну, заготовки какие-то, приехать, встать, и чтоб тебя это купили. Я сейчас... А? Пойдет на другую кровать. Рассказывай, где ты будешь спать сегодня? Где буду спать? В коридоре спать. Беруши не помогают. Уходит спать в коридор. Гречку ем, жду в коридоре. Мог бы дома благополучно это все делать, да? Я знаю, за эти бабки я мог не только дома, я мог вообще там в гору уйти и там вообще 10-15 лет прожить на одной гречке. Иди, иди.